Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина уезжает на 2 недели в другой город. На мои слова «я буду скучать по тебе» ответил только грустью и сожалением. Но это понятно, сделал глубокий вдох и ушел в астрал мысли. Как это можно растолковать? Мужчины неопределенные отношения, любовный треугольник, он пытается скрыть свои чувства, когда говорю «давай поговорим», всегда слышу «давай потом», «я сейчас занят» или «все хорошо, не переживай». Мужчина женат, астрал мысли, сильно задумался, уезжает в отпуск. Вообще говоря, мне кажется, что в данном конкретном случае вы испытываете то, что я бы назвал тревожностью, может быть, неуверенность, может быть, какие-то сомнения, вот, может быть, некоторые страхи, если можно, если можно так вот как-то выразиться. Вот, я бы, наверное, как-то вот в этом ключе все-таки бы смотрел. Вообще говоря, вряд ли нельзя не испытывать тех чувств, которые вы испытываете, потому что, ну, понятно, что неуверенности какой-то у вас нет, понятно, что есть вот эта вот неопределенность, и понятно, что эта неопределенность, она на вас как-то, ну, давит, оказывает на вас, ну, воздействие, и, в общем и целом, это, пожалуй, нормально, вот. Другой вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что вы с этим собираетесь делать, вот. То есть, ну, вы будете человека, ну, вы так и будете пытаться человека понять, вот. Вы так и будете пытаться как бы расшифровывать значит, то, что он вам там говорит, к примеру, вот. То есть, вы так и будете это делать, да, допустим. Или же вы все-таки возьмете как-то вот, значит, ну, ситуацию, да, в свои руки, вот, и станете, значит, как-то вот, ну, больше на себя полагаться в этой ситуации, и не только в этой ситуации, вот, ну, просто больше на себя полагаться, станете. Вот, тем самым, как бы, ну, снимая, наверное, вот это вот напряжение, которое у вас сейчас есть, вот. А ведь в чем здесь суть, да, в чем здесь суть? А суть здесь в том, что ваши переживания, они оправданы, вот.
Ну, то есть они более чем обратные, они более чем адекватны. Потому что действительно, вот, ну, непонятно, что человек вообще думает и так далее. Вот. Суть-то. Вот. А суть в том, что это не эту неопределенность, вот. Такую неопределенность. Создаете вы сами. Вот. Тем, что выбираете отношения, вот, такого типа, вот, такого типа, который выбираете, вот. То есть, где есть любовный треугольник, где мужчина женат, где человек как-то вот, ну, держится, да, вот, в какой-то степени держится от вас, получается, на расстоянии и, ну, хочет, сохранить, вот, вероятно, какой-то статус-кво. Вот, то есть, ну, хочет сохранить комфортное для себя положение, вот, и вряд ли его можно за это осуждать, вот. Потому что, ну, каждый хочет, чтобы ему было хорошо, в принципе. Вот. Поэтому вот, товарищ хочет, чтобы ему было хорошо. Вот. Можно ли его за это винить? На мой взгляд, нет. Вот. Чем веет от вашего текста? Я бы сказал, что от вашего текста веет нежелание брать ответственность. Вот. Ну, со стороны мужчины, конечно, я имею в виду в данном случае. Вот. С вашей тоже, на мой взгляд, вы тоже ответственность не берете за свою жизнь, пытаясь вот, как-то понять человека вместо того, чтобы решить, что для вас хорошо, приемлемо, а что нет. Вот. То есть в этом смысле вы тоже себя ведете по отношению к самой себе безответственно, но веет нежелание брать ответственность со стороны мужчины. Вот. Как бы хорошо это или плохо? Это нормально, на мой взгляд. Это нормально, что человек не хочет эту ответственность брать на себя. Потому что зачем? Потому что зачем ему, чтобы все было понятно, зачем ему, чтобы все было как-то вот очевидно, зачем ему, чтобы, ну, чтобы вы, например, знали четко,
что вам можно от него, например, требовать. Вот. Поэтому человек остается в максимально комфортной и максимально удобной для себя позиции, вот, которая ему нравится, вот, и менять ее не собирается. Вот. Как-то так. Да, с точки зрения психологии, вне всякого сомнения, большое значение имеет то, для чего, зачем и каким образом вы оказались в таких отношениях. Почему выбрали, грубо говоря, женатого мужчину, да, и по факту сейчас пытаются его понять. Вот. С точки зрения психологии, у этого есть совершенно такие четкие основания с точки зрения психологии. Вот, и, соответственно, опять же, с точки зрения психологии, наша задача, пожалуй, заключается в том, чтобы помочь вам эту историю распутать, вот, и обнаружить, что же такое, что со мной такое происходит, вот, что я вот выбираю такие отношения. А вот, пожалуй, так я мог бы вам ответить. С точки зрения психотерапии и с точки зрения психологии. Вот такая вот история. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать над собой работу, сформулировать какие-то базовые постулаты для нее, если вы заинтересованы в психотерапии, если вам это интересно, если вы хотите над собой поработать. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.